Привет, с Боттеганда сегодня, оказывается, у нас. А мы собрались в Перуджу. Ха? Ну что, наверное, всем известно, откуда я веду свой репортаж. Короче, в Перудже первое, что нужно было сделать, это найти санитарный узел. Пирожок. Пирожинский поезд. Нет? Я как будто участвую в каком-то паровозном соревновании. Смотри. Без водителя. Едешь на коробочке. Там всякие механизмы видны. А на чем он едет? На бензине каком-то? Электричестве. Это тележка холостого хода, она просто приводная за счет канатов и за счет фрикционных колес, которые со станции его столкнули. Блин, мы так едем. Прям надвисаем над парком каким-то. Остановка, площадь Ленина. Площадь 4 ноября, друзья. Главная площадь Перуджи. Глядя на карту, у нас было столько направлений, куда можно сходить и что посмотреть. Оказывается, что все очень сжато. Ой, блин, я вообще стояла на дороге. Чтобы зайти на площадь, нужно встать в кружочек. Вот, а стоя за клумбами, я уже мешала машинам проехать. Обычная итальянская площадь. Давайте посмотрим, что дальше. Ладно, меня вывели из шоколадного магазина. Наконец на улицу, на свежий воздух. Здесь снова прекрасно. Какая экзотика, как вам нравится? А аромат? Не по самой свежей улочке идем. Виа Санто Стефано. Вот такая эта улица. С одной стороны каменистая, с другой стороны зеленая. Шарики! А вот о реггетончик из окошка. Шарики! Показывает, что сейчас 11 градусов тепла. Я скажу, даже теплее. Вот и понятно. Пушистый.
кое-что нашла. Смотрите. Вот тут написано kazaseki.it. Это квартиры на короткий срок. Так что, если что, вы можете остановиться вот в таком, ну, бараке. В таком страшно было бы жить, выходишь, как в фильме ужасов. Хрустящая. Что тут у нас? Чем такая вкусная? Нет. Тут чесноком, что ли, отдает? Оливки, зелень. Ну что-то еще вот есть такое в нем. Душистое. Это зелень. На это место воткнуться теперь, чтобы отметиться там, где все фотографируются.